Друзья мои, всем привет! Сегодня у меня случился форс-мажор. Мы, как обычно, установили унитаз на свое штатное место. И в итоге, после запуска, он у нас потек. Но потек оттуда, откуда не стоит. И будем лежать, что с ним дальше делать. Вот он наш красавец, белоснежный, белокаменный. Установили мы его на инсталляцию Гровия. Вот, все шло идеально, как положено, без всяких нареканий. Но только я начал смывать, получилось нечто. Вот в этом месте у нас прошла вода. Я сначала подумал, что возможно где-то из патрубков, но оказалось нет. Оказалось, что я был неправ, а проблема в самом унитазе. Вот так случается, причем не первый раз. Один раз мне уже написали мои подписчики с такой же проблемой и спрашивали меня, что делать. Я сказал, только снимайте на видео, отправляйте продавцу и возвращайте товар. Других вариантов просто нет. Замазывать, подмазывать вообще нет смысла, потому что потом при возврате уже будут вопросы к вам, а не к ним. Если у вас форс-мажор, течет не там, где надо, сразу снимайте видео, фото, фиксируйте и возвращайте. Мы так все аккуратно посадили на герметик, все так поджали, выставили по уровню. Вот у него крепления здесь такие вот. А вот у нас канализационный слив, а вот в этой трубе канализационный залив. Вот. Все здесь, все сухо, течет именно вот отсюда. Сейчас будем снимать и отправлять видео заказчику. В общем, сняли унитаз, вот след от герметика остался. Сейчас надо быстренько протереть. Ну и водичка разлилась тут. Тоже я вон тоже немножко подмочился. Подмочил репутацию. Итак, сняли мы унитаз. И в итоге здесь у нас абсолютно ничего не видно. Мы не видим здесь, в чем проблема. Скорее всего, где-то есть трещина, через которую все вытекает. Но мы ничего делать с этим не будем. Все оставим. Пускай разбираются продавцы с производителем. Вот, вот такой вот, в общем, горшок. Если вам вдруг интересно, вот такой вот унитаз. И вот так вот он должен был выглядеть. Первоклассный фаянс. Полный смыв чаши, гарантия качества, легкий монтаж, быстросъемная крышка, микролифт, оптимальное сочетание цены и качества. Ну вот такие, в общем, дела. Вот этот наш подвесной унитаз. Вон он, потек. Ай-яй-яй, плохо. Но ничего, будем решать вопрос. Ждем развития событий. Пока все. Всем спасибо и до встречи на следующих видео.